Ребята, добрый день. Вот сегодня у нас 16 марта. Вот в тот раз мы были, только-только начиналась свирепо зацветать. Сейчас она выросла в мой рост уже. 1,78 м высоты. Корни толстенные. Конкретно это вот с краю, видите, мне по пояс. А вот это моща конкретная. Ну вот, чтобы вы видели. Так, вот видите, в мой рост. Конкретная сурепа. Посмотрите, корни какие мощевые. Вот, посмотрите, корни какие. Труба делала. Да, выше даже моего роста. Пчелочка охотно посещает ее. Вон они как классно летают по ней. Гудють. Гул стоит. Запах обалденный. Труженица наша. Красота. И сады в самом пике. С той стороны уже отцвели. Одна третья часть уже отцвела, а эти в самом пике. Ну, еще где-то дней 10, наверное, и уже все закончится цвести. Гул стоит и в садах. Видите, как снег бело. Послушайте, гул какой. Конкретно. Гудють. Да. Воды в этом году много. Поливать не приходится им. Послушайте, какой гул приятный, а? Да. Красота. Хорошо идет пчела. Так, пойдем. Сегодня нам надо еще сделать 54 отводочка, и завтра вот 84 отвезти. Там вот я поставил, привезли сюда 30 штук, то будет нормально. Птички как. Опс. Красивые птички. Богдан работает. Пойдем посмотрим, что там у него. А ну, Богдан, расплод покажи. Ну вот досточки. О, на взлете. О. Маточники уже, видите, поперли. Ну, расплоды шикарненькие. Ну да. Видите, нет. Вот после это. Расплоды после. Антибиотика. Да-да, после Тайлана какие расплоды. Супер. Ты маточник не сломай, короче, и напиши, что там маточник. Надо ее полностью перебрать, потому что там маточники могут еще внизу быть. Ну.
красота. Так, ладно, надо начинать работать. А то мы сегодня, ну, сегодня весь время есть, успеем сделать. Что здесь и не доделаем, там есть у нас у Еремы стоят. Там тоже мощные семьи такие, что... Смотрите. Ну, еще вот бутончики есть, вот они бутончики, еще есть бутончики. То, я думаю, две недельки. Как раз пока первые траки, думаю, если все нормально, на среду уже будет, вот следующую неделю у нас уже садов есть, отпускают. Следующую неделю опять там 4 дня дождь показывает. То будем уже собираться домой. Потихоньку, думаю, в этом году, наверное, числа 5 апреля. Уже, может, раньше чуть-чуть, если у нас с траками все нормально. Сейчас вышел на русскую компанию. Обещает, траки проблем не будет. То будет супер. Ну, до 5, думаю, апреля уже будем дома. Так, ребята, вот мы сделали 7 отводочков. А те еще терпят. Делаем только с тех, где два корпуса полностью битом пчелы. Что на нижнем корпусе рамок не видать. Таких делаем. А которые там 15 рамок, 14 рамок, то мы не делаем. Пускай поднимается. А то другие закончатся корпуса, а не с чего будет нам делать. Поулетят потом рейни, неохота. Ну, уже следующая неделя дома там. Сегодня вот эти три дня тоже хорошая погода, а потом прохладнее будет, где-то градусов 8 будет. А сейчас тоже там дома температура у нас около... Так, сколько же там температура? Наверное, так 60-62 завтра будет. Ну, где-то градусов 17, то небо тоже чистенько, а потом дожди, вся неделя дожди. Вот уже отводочки наши делают облет. Шикарно летает. Красота. Напрыск есть. Немножко меду подносит. Это неплохо. Вот уточка полетела. И дорожка подсохла. А то приходилось с утра вот заезжать, 4x4 включать, чтобы не снесло, а то она наискосок дорога. Ну, еще где-то около 30 отводков сегодня сделать. И все. А остальные завтра там Бог даст. Доделаем, там немножко осталось тоже сделать. Ну, вот так вот все мы оставили на завтра. Вот опять пятница. Опять готовим плов на субботу. Сегодня чуть-чуть побольше хочем сделать плову. Борща сегодня не варим. Сейчас вот лучок обжарится, побольше лучка. Тогда вкуснее будет. Хорошее мясо. Вот, вот. Морковочки. Сейчас обжарится. Будет супер. О, запах уже хороший. Вот уже залили водички. Сейчас немножко прокипит. Будет нормально. Будем засыпать рис. Минут 15 прокипит, и будет хорошо. Ну вот, ребята, все, мы уже
доходит плов у нас. Получился неплохой. Сейчас чуть-чуть еще допарится и все на этом. Будем пробовать. А Толик готовит траки. Завтра вечером солнце только сядет. Сразу вперед. 40 майлов у нас здесь есть. Там 380 семей. Поедем, заберем. И будет нормально. Вот здесь такой вот паркинг у Еремы. Вот 1, 2, 3, 4. И еще там на поле одна орвишка пятая стоит. Вот. Повешник получился шикарнейший. Супер. Вот под четким руководством Толика. Ну вот, плов готовый. Салатик Богдан сделал. Цезарь салатик. Пловик. Такой вот получился. Супер, очень вкусный. Так что отдых удался.